Чудесным июльским днем один из уважаемых старожилов аула Кашихабль Индрис Бжедугов отмечает свой замечательный юбилей. Сегодня ему исполняется 80 лет. За его плечами большой жизненный и трудовой путь, мудрость прожитых лет и житейский опыт. В преддверии знаменательной даты мы побывали у юбиляра в гостях. В колхозе поработал 47 лет бригадиром, заведующим гаражом. А тут я ушел на пенсию, по инвалидности ушел. И 23 года я проработал председателем общества инвалидов Кашихабльского района. 23 года. Вся жизнь и трудовой путь нашего героя тесно связаны с родным аулом. Здесь он и родился, и вырос. Его общий трудовой стаж составляет более 40 лет. За многолетний добросовестный труд награжден почетными грамотами, благодарственными письмами, медалями, письмами с поздравлениями от главы республики. Вот уже 52 года супруги Людмила и Индрис Бжедуговы рука об руку в мире и согласии идут по жизненному пути. Вырастили двух дочек, на своем примере воспитали их в любви к труду, помогли им определиться в жизни. И сегодня наши герои являются счастливыми дедушкой и бабушкой и с радостью воспитывают шестерых внуков. Как один миг пролетели эти года. Вырастил двух дочек. Одна, царство небесное, ушла из жизни, а вторая у меня майор полиции, работает в Тульской. Имею 6 внуков. В общем, хоккейная команда. Кокваша с Апизовского, не, Мисту, Апского, Щетовского, Бывотизовского. Я счастлив. Индрис Бахчиревич помнит в мельчайших подробностях свою долгую, нелегкую трудовую жизнь. Он сумел сохранить в себе такие черты характера, как терпение, доброжелательность и чувство юмора. Он смотрит на жизнь с оптимизмом и главным секретом долголетия считает семью. Несмотря на почтенный возраст, трудолюбивые супруги по сей день держат домашнее хозяйство. На приусадебном участке, на котором есть сад, хозяева выращивают овощи и фрукты. На вопрос, что же в жизни самое главное, Индрис Бахчиревич с простой житейской мудростью отвечает: для человека главное в жизни семья, и чтобы здоровье было, добавляет Людмила Газраиловна. 52 года прожили вместе. Сложности как таковой, что как бы непонимания не было такого. Становление семьи, вот единственное вот это было. Друзья и родственники отзываются о нем как о человеке с добрым сердцем и чуткой душой. Его все любят и уважают. Поздравить любимого зятя, первого любимого зятя с днем рождения, с юбилеем, 80-летием. Дай тебе здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы вместе еще прожили столько же лет. Уверены, в день рождения в адрес юбиляра прозвучало множество теплых слов, поздравлений и добрых пожеланий. Присоединяясь к ним, мы желаем Индрису Бахчиревичу здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, любви, душевной теплоты, заботы и внимания близких. С юбилеем вас, Индрис Бахчиревич!